тыкаем на зуму. Да. Хуёво, когда такие рейды получаются. Шалфир заходи, где-то там. Пэса, Акиса, Сумонч. Тыкните. Рыба стоит. На кокмастер ты в кружке. Кто поддержит это? Еще так. Они, может, не знают об этом локе. Не знает один, вот я вижу. Ну вот я его буду лечить частями. В центре бегай, где пачка, и ну, через тебя массуха буду лечить. Кисы хэлла только нет. Пошли, начинаем. Чужаки ворвались во внутренний покой. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Сбивайку поставьте там. Кто-нибудь такой пойдет. Suppressors spawned. Рависта, ты чё стоишь, танчишь? Храбрец? А чё, ну, пиздец, я его пижу. На самом деле, один, кто сильнее. А, ну а если бы тебя не хилили, кто был бы сильнее? Я сам бы себя хилил. Не, ну, блин, это базара нет, но у кого мана бы быстрее кончилась? Конечно же, у меня есть еще Индра. Да и вообще, сама по мане не садится. Молитве даже кулак дали. Ну,
чтобы она била побольнее. Нихуя, чей-то волчара бегает, охуеть. Чаржится, смотри, нихуя. Он бешеный волк. Чё-то я, сука, Spellforce захотел поиграть, но... Вместо этого говна ебучего, блядь. Всё, давай, РС-ку отменяем. Ну, не знаю. Останется как раз время. Иногда, блядь, так выматывает эта хуйня всем, блядь. Ну да, нужен отдых. Иногда. Так-то тут ничего сложного, зашел там. Главное, чтобы люди понимали, что делать. А так, когда всякая залупа происходит, блядь, недоразумение, блядь. Может быть, это этот Муай-Тай и хуярил, наверное, сферы эти черные, нахуй. Возможно. Я помню, они как-то на хилов бегали, ну типа из-за чего, почему, блядь, там, не знаю. По-любому, может, у него... Это как она, агробилка была включена. Праведная. Я чуть не замечал. Агробилку у него было, видишь, как загрелся. Ну да. Черепок залейте. Нихуя, я взлетел. Сука. Прикольно. Хоро. Вот он, ХПС 90к. На мужика, блядь, до конца. Ну, 8, 7, 6, 5. Окей. 120. КХПС. Неплохой лут, кстати. Да, неплохой. Крышка крутая. А сейчас этот мой это ушел, сейчас начнет падать. Самый лучший лут в мире, нахуй. Такого ни у кого не было, нахуй. Синдрик лык, нахуй. Синдри надо. Я это мискликнул, это карга, который, сори, пил водичку. Но она тоже нужна, 10%, я там могу переэтовать. А, спасибо. Да, Синдри клык бы. Синдри талисман нужен. Спирит красавчик. Я, блядь, этому взятому уступил, нахуй, ебану, а он теперь не играет. Нормально, да? Так, что у вас там? Там же Эрисы. Что только не уступил, он, блядь, не играет. Вот я Адму смотрю, у него 30 РП, 3 камня, а у этого Old Карги там по 20. И трубу тогда отдал, и... Не, у него по ЕП получается, он же выигрывает, так что тут... Да. Теперь кольцо. Теперь никому ничего отдавать не буду уступать. А, ну да, у Каргита там нету ИП, блядь. Ну да, я только за этот инст, получается, получу, и все. Я вот говорю, вчера только вступил. Че там, самонете вниз? А то лифт ждать еще. Мы побежали в центр. Хорош. Не знаю, если раньше времени не хуярить, никогда все нормально.
На пул надо давать вовремя, гранобилки, агронабор. Я вот лужу дал нормально. Просто он начал раньше времени хуярить, там агра не было. Ну, да. Секунду три хотя бы тебе надо давать. Как раз три ККД. За еще пачка мелких, резайте его пока. После пачки мелких пойдете в треугольник туда. Тут будет в центре 6 мобов. На пылу дадите там. И убежите тоже. Бывает. Так, я слева ловлю, ты с той стороны, хукмастер. Повтори, пожалуйста. Вот видишь, где звездочка стоит, и с противоположной стороны. Вот там три моба выйдут. И сводим их в ромбик. И там даем масуху. Да, он не зып. Не зыбка кончится, там отбегайте. Смотри, Адма, ну отбеги нахуй, ну вы сдохнете. Карга, блядь, ну съебитесь. Вас же разъебет, блядь. Под контролем. Надеюсь. Я не знаю, ну приятно играть, когда никто не сдыхает на трэше. Приятно, блядь. Так давайте к этому и стремиться, блядь. Да, запомните одно слово. Ой, то есть не одно слово, одну фразу. Мертвый ДД не дамажит. Все, возвращайтесь в ромбик, все в треугольнике стоит, возвращайтесь, чтобы там жуки на эти пидоры на вас не сидели бесконечно. А мертвый танк что ли дамажит или что? Почему не дамажит? Дамажит. Гулю можно с него сделать. Мертвый дамажит, пока его дотки висят на боссе. Да, кстати, ебать, там яды тикают еще какое время. Так что перед смертью, блядь, будь добр, обнови доты, нахуй. Потом забегаю в лужу. Мертвый не дамажит, мы сегодня насмотрелись в ТТГ. Ты в десятку ходил? Я там заебался в ТТГ, нахуй. Первый ТТГ там Биг Дэм, нахуй, сдох как бич. Похоже, что бич. Мне так просто наблюдать было удобнее, поэтому сразу... А, я понял, блядь. Это тактика такая была. Тактика пойти налить чаю? Так он и во втором сдох, нахуй, как бич тоже на собаке, нахуй. Ну, после чая надо в туалет сходить. Я там на ретрике второй по ДПС был. Не ретрик, ну, 1014-15 на сольке дает. Такое, блядь. У меня персонажи. Я, кстати, чарку выбил, блядь, какую-то. Ты пойми. Правосудие. Я радуюсь чарке, потому что, ну, не знаю, что-то новое, что такое интересное, блядь. Вообще, Т4 еще хочу на это, на хапала есть, на топротопала хочу, и на друиде хочу на этого, на аирдруп. Ну и на ДКшнике еще, на ДД надо, на шамане, на Элима и на НХ. И на елки-палки. На присте у меня же есть два комплекта. Надо на танка чарку с ревностным. И танка чарку с ревностным три экземпляра, нахуй. Надо на Мишку, на ДК, блять, и на Пава, блять. Ну еще, ты затрот. Потом еще варов качать надо. Блять, вара там прикольный чарк, я бы варом хотел поиграть. А еще губ закаточную можно. Главное не спешить никуда, главное себя не заебывать, ну типа, нет, и не расстраиваться, что вот у меня сейчас нету чарки какой-то, да и похуй, нету, блядь, потом выбью. Да, не то, что как не ловиться. У тебя травма вся. Не дали травму, 277-ю все ливануло, нахуй. Да, пиздец вообще, я похуй, с людей, блядь. Главное, взрослый человек, блядь. Оно даже, по-моему, постарше меня, может, на пару лет. Ладно, все мы дети. Когда-то были. У кого сколько FPS? Во-во. 0 FPS. Где? Просто нету FPS. 25.
Ах, у меня 46-47. Пойдет. Да, это единственная игруля, блядь, MMORPG, в которой, ну, до сих пор прям, ну, не фикшенная. Ну, как сказать, не оптимизированная. Так ядро стоит старое, видишь. Ну. Даже, блядь, на мощном железе, нахуй, лагает. Ну, странно, у меня на офи меньше 60 вообще не падает. Причем, а на офи и там ядро же новое. Даже вот гримали для народа, блядь, до хрена. А тут прям просаживается. Они же эти Близзарды же переделали. Ядро свое. Да нихуя они не переделали. Там так же просаживается. Ну не так сильно, но просаживается. Тут слева в мобе получается плечи лежат. Плечка. Ну пойдет на взлет, пойду посмотрю. Там великаны два лежат. Надо было, блять, на пауках тоже поставить группу. Че, вы закорневали бы? Это только в десятке. А что там, кто-нибудь на посохе дошел уже до квестов в мини-ЦЛК? Они еще душ не нафармили. Я уже до скрытых дошел. Душ, блядь, ебать. Сука, сколько он? А дойти дошел. Две с половиной душ, это да. Не, в обычке осколки собирать вообще прям жуть. Вот 4, блядь, ходил 4 раза в 25-ку. И только 6 осколков, ну. Я знакомый, но Ретрика собирает себе осколки в 25-й кабычек. Но за 2 похода на 8 боссов 15 осколков дропнула нахуй. Везучая мразь. Как он за прошлое КД кабычки 6. Ну, повезло, чё поделать. Роги, вы же можете этот страх сбивать. Почему не сбиваете? Вот какой раз хожу, все ленитесь постоянно. Не сбивается? Серьезно, я недели две назад ходил, сбивал ударом по почкам. Попробуйте. Ну попробуйте, станется дракон или нет. По-моему, не восприимчивость у него. Ударом по почкам должен быть. У него их нет. Вот сейчас пробуйте. Невосприимчивость. Рано, видимо, пофиксили. Сорян, Родина. Наверное, ты в десятке она останется. В десятке ты, наверное, станешь. Кто-то я не припомню. Вроде 25. Ну, я спорить не буду, может, пофиксили. Да не, ничего не фиксили. Всегда так было. В десятке, наверное, был просто. Захиливаемся, ТТМ и петов уберите. Туда не обязательно забегать, вот под эту решетку. Там... Да не, пофиксили. Сириус вообще быстро все фиксит. Ну да, у них есть такое. Может быть. Быстро все фиксит. Сколько лет багу, что она в деле, сука, он почему может дышать, как нихер сделать? Без налезда, если что, было. Просто. Ну, подобные баги, то, что там станет нельзя или что-то такое еще, они фиксят махом. А, ну это они любят. Чего стоит только моба в начале, да, целка? Так, вот рыба. Эти големы же вообще не должны станиться, они станут. Ну кто уверен, все там престиши, пешники или какие-то милики, можете остаться под ДД фласками. Остальные там хилы. Давайте войду обмен на саппорт. Если кто-то уверен, что не сдохнет, можете под ДД оставаться. Там огнелист, если у кого-то будет, если кто-то собирает, может, отправляйте.
по 50 голды штука, это что-то пиздец дохуя. Сейчас еще вообще... Сколько? 50 голды? Там мы купили что на гауке. А сколько сам сапрот стоит по факту? Ой, хуй знает, не помню. Плюс-минус 150 где-то. Я брал последний раз, это неделю назад, где-то за 145. Сейчас 250 стоит. Потому что риги взлетели в цене. Да, они сейчас там и сотка, и две сотки английские видят. Прям сегодня. Давайте на 4 часа оккупируем Борейскую тундру. Не получится. В смысле? Одеваем ПВП-шему, оккупируем Борейскую тундру полностью. Соберем огнелиста за 4 часа там. Ну, думаю, стаков 10 точно фармить сможем. Ладно, напомню, что на синдре делать. Чтобы не сдохнуть, надо три вещи делать. Первое, не издыхать от притяжки. Второе, не издыхать, когда 5 глыб внизу стоит. Это прятаться за ними и подбивать их до 20%. И третье, самое главное, на последней фазе стоять надо в этой. Все метки ставить будем. Вот звездочку. Рейд стоит вот тут примерно в кружке. Вот тут вы точно не заморозитесь. Вот и все глыбы, которые появляются, ставите звездочку. И за каждый из глыб, которые появляются, надо скинуть стаки таинственной энергии. Если вы хоть одну пропустите, то если склеп следующий у вас полетит, то вы получите уже не 15 тысяч урона от склепа, а 30, и вы сдохнете. И поэтому и весь рейд еще сдохнет просто от ледяной ауры, никто вас не захилит. Все, что вам надо сделать, это вот сделать вот эти три вещи. И все, блять. ДПС там не спешите, у нас ДПС хватит. Просто, ну, скинули, за звездочкой постояли, смотрели, скинулись в стаки, вышли влево-вправо, подамажили, обновили доты. Все, там добьем. Рарник, давай в танках, мастер ДД. Можно пристабав? Вообще фулбаф обновить. Да, трай попробуем. Ну ладно, давай трай попробуем. Не спекнулся еще Рарник? Все, тогда это, трай попробуем. Тут ничего сложного, тебе тактика тут простая. Ты стоишь в бок, бьешь. Пока я тенчу первую фазу. На второй фазе за склепом скинул стаки, идешь, меняешь. Не считаешь, ничего не ждешь. Просто скинул, идешь, меняешь. Скинул, идешь, меняешь. И все. А хилы, 5 хилов, вам особое, блядь, напоминание. Не проебите танка. Когда мы меняемся, хокмастера меня не проебите. Там, либо перевешивайте, либо что-то делайте. Ну прям хильте волной, там, присты, дух отдавайте, там, синтек, блядь. Короче, блядь, вы знаете. Все, я приду запускать. Спирит удал истерия. Поближе к боссу вставайте, будет притяжка, чтобы вы успели отбежать. Пускай полежит. Метки синие над головой появляются. Сейчас вниз спускаемся. Сильно далеко не забегайте, чтобы вам бежать не было далеко до низу. Все, вот так каждый раз и ставьте. По центру падаем. Глыбы до 20%. Сильно не задотывайте. Крайние РДД подбивайте, милики центральные 3. Справа падаем. Так. Intel SS на Синтека. Некромантик SS на Вадикона наш. Все. Четвертая упала, глыбы разбивать. Босс объем. Ближе к боссу вставайте, после дыхания будет притяжка. Four,
готовимся. Подбегаем. Рви стресса Intel сразу. Intel, что у тебя? Портал забыл или что? Intel, вставай, захил Intel, быстрее. Каску, лапу, пристабав по нему, по 5. 5 глыб смотрим, не спускаемся. Вдвоем только не бегайте, двойной дамаг получите. Ну, блять, ну дай ему место. Вот, слева падает далеко. Подбивайте до 20% фуловой глыбы стоят по центру, чуть левее центр. Вторая, еще две осталось. Там же. И четвертая, готовимся. Уже побольше по глыбам, фуловые глыбы стоят возле звезды, блядь. Разбиваем глыбы резче. Сначала глыбы, потом босс. Все, хуярим. Что там так глыбы долго, блядь? Готовимся, скоро притяжка будет после дыхания. Не знаю, успеем перевести, нет? Домашки. Будем стараться перевести. Пять процентов, в принципе, после притяжки должны успеть. Давайте отбегаем. Синтек, ебаный в рот. Вставай, СС был, и захильте его сразу. Захильте, захильте его, ёбаный покос. Иннер себе закидывай. 1%. Тварь ебаная улетела. Давайте фридом. Еще раз бьем глыбы. Блять, вы до упора, сука, вдвоем бежали, блять. Два бича. Ёбаный в рот. Я встану. Так, а второй кто там? Релакс. А, это Хан. Хан. Пускай чилит. Ну ты встанешь там. Когда он встанет, короче, ровист водиконом ему иннеры зальете. Че это какая? Это четвертый или что? Да, это четвертая, походу. Вот сейчас после глыбы он встанет. Вы что, сука? Вставай, захиливаемся. Этот. Водикон Реса и Синтека. У Синтека один БР остался. Метку в центр уже выносите. Все, ставь тотем, нано. А, вы уёбки, я понял. Ебать. Я понял, блядь. Понятно все нахуй. Типа, блядь, людям не сказали. Вы что, не видите, что она улетела, у нее 35%, что прилетит сразу фаза начнется. Вообще нахуй, ну типа, блядь, тут 3 человека новых, а замерзло нахуй человек 8 сейчас просто в центре. А кто метку не вынес? Сдыхайте быстрее. Метку-то вынесли как раз, нахуй. Вот из центра никто не вышел, нахуй. Вот в чем вопрос. Вот ледяная метка на Эйя. Он поставил звездочку, и вы все возле нее стояли. Вот все, кто заморозились, вот все пидоры просто. Вот и все. Вот и вся история, блядь. Блядь, вот вам, блядь, простые вещи каждый раз объясняешь, нахуй. Когда у босса 35% наступает фаза вторая, блять. Склеп вокруг имеет зону заморозки 12 метров. Это означает, в склепы, которые вы 5 внизу ставите, нельзя вставать вместе вдвоем в эту точку. Вы получите двойной урон. Просто 2 человека получат заморозку, блять. Если человек без метки встанет рядом со склепом, вот склеп в кружке, блять, я вот тут встану, это получится новый склеп, блять. Просто у нас босса надо бить, а не склепы, нахуй. Алло, блять, как слышно, прием. Человек на второй фазе после 35%. Босс каждые 15 секунд начинает кидать склепы в случайного человека. Этот человек выходит в звезду. Его нахиливают на фул, блядь. От него соблюдают рейдж 12 метров. 15 метров, вот желательно 20, как кружок стоит от звезды, блядь. Ёбаный покос, блядь. Если я забуду
Еще вторая фаза, когда начнется. Встаньте все в ебаный кружок, блядь. Локи, не забудьте поставить портал, блядь. На притяжке нажать портал этот. Не нажимайте этот портал сразу. Дождитесь, когда вас сначала притянет, блядь, под босса. Потом подкинет, блядь. Потом перевернет, блядь. Задрочит. И потом уже нажимайте свой ебучий портал, блядь. Иначе вы будете дохнуть под боссом. Ставлю рыбу, блядь. Тинтек, ты заходишь? И не бегайте вдвоем. Вот если вы видите, вы до упора вдвоем бежите. Ну разбегитесь друг от друга. Самое главное, не бегите. Похуй, блядь. Хоть, я не знаю, блядь. Хоть в Долоран бегите. Но, сука, просто вместе не бегайте. Это называется по-английски spread out. Рассосались называется по-русски. Просто друг от друга рейндж. Наберите 12 метров. Он набирается за полсекунды. Иначе будете дохнуть. А нам, у нас сейчас, блядь... Ай, блядь, просто нет слов, блядь. Просто не исполняйте хуйню и все, спокойно убьем, блядь. Рарник, Мордаун, Синтек. Блядь, надо цапрот выпить. Кто огурцы сейчас ставил из локов, посмотрите, походу там на уровень меньше урна стоит. Да похуй, я запустил босса, да, поебать уже. Жрете такие, не отравитесь. Полит информация. Тяжко, готовимся. Беги, малышка, беги! Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Метки вниз синие, над головой смотрим. Ёбаный покос, блядь, да? Пизда, блядь. Да, в Долоран побежал. Справа. Все видят, да, где синие шарики падают? И раньше времени глыбу не разбейте, вот опять справа. Есть глыбы фуловые, которые вот мало хп, их не трогайте, блять, их успеют разбить. Вот четвертая падает, последняя слева близко. В глыбах там. Все, глыбы быстрее. Карга там, смотри, блядь, перед притяжкой не настакивай много обморожения стак. Смотрите, милики, все с этим осторожно. Притяжка сейчас будет, готовьтесь. Чем так тебя лакает, что ли? Наверное. Говорил, что пинг. Так, метки вниз. По центру падает. Захиль террорист. По центру звезде прям. Фуловая глыба стоит справа, блядь. Подбейте вот эту вот. Слева далеко. Захильтесь. И четвертая, последняя падает левее центра. Готовьтесь сейчас. Сейчас должны успеть перевести в этот раз. Все живые.
Натяжка будет, скоро готовимся. Два процента до фазы, сейчас успеваем, готовимся. Вот фаза пошла, милики, уже можете уйти. Первую глыбу звезду и сразу разбиваем. Квеса звезду, захиливаем его. Сразу разбиваете. За каждый скидывайте так и все. Квеса добьем и так. Следующую звезду и не бить. Смотрим, должна быть притяжка. Если не будет, то рядом с ним поставите склеп второй. Не бить, блять! Не бейте, убегите оттуда. Если будет еще склеп рядом поставить, вот притяжка. После притяжки разобьете, хукмастер пойдешь менять. Иди меняй. Следующую звезду, милики ушли. Звезду еще склеп несет. Разбивайте. Этот рави стресс и войда. Хильте этого мастера. Следующую звезду и сразу разбить. Ну быстрее, где там? Убегаем. Звезду. Да в звезду. Ну что ты делаешь? Я понял, блять. Это... Давай, Т4, хукмастер. Следующий склеп. В звезду, вот я в звезду, хорошо, я не сдохну. Сразу разбивайте меня. Что там? На следующем будет притяжка. Сразу разбивайте, его менять надо идти. И фулбафы по мне дайте. Хукмастера не проебите. Звезду следующую. Ставьте звезду следующую, будет притяжка. Уходи отсюда, хукмастер. Не заморозься на склеп, на звезду не беги. Вот, отлично, иди к рейду. Все, после притяжки разобьете. Вот притяжка. После притяжки сразу разобьете и следующий сразу звезду ставите еще раз и разбиваете. На сено, блять. Синтек реса его. Ну похильте, ебать его, урод. Хильте танка, блять, в глуби. Разбивайте эту. Все, все остальные в сторону и фул ДПС по боссу. В сторону неси, просто в сторону. ДПС, да, вверх. Так, вот он, Т4. Так, на ком там следующее будет, тоже в сторону неси. В сторону выноси. Локс вынесем. Блять, меня только не заморозь. Я вот так лучше, да. Все, добивайте. Гим на ХПС давай, на ХПС давайте всю хуйню. Там уже все подыхают. Все, я заберу сейчас. Хукмастер как раз сдох. 100 тысяч. О, Талик выпал. Хорош. И притона нету. Два покорителя надо кому-то? Ах. Значит, он уйдет. Ну давай, я возьму. Да. Пусть будет, когда идет. Рядом. Тебе надо Максим Файер еще? Один мне нужен, последний. А, если ему надо, давай. Ну я один, ему один тебе дал. Талик. Смотрим, кто там у нас, блядь. Получается. Получается Хэлла, что ли? Хэлла? Вот он. Вернулся, которым взятым ушел. ГЦ, Лёха. Спасибо. Теперь никому не уступлю. Да, это Москва. Угу. Это, Валик, не сагрите, алло, блядь, или буду хуесосить. Валька летит, Валька. Не сагрите, сука, Валик. Лучше стойте, нахуй, если не понимаете, куда вы попали, блядь. Стоим, нахуй. Кто здесь стоит? Стоим, а вы скиллованные. Вот сейчас она обратно еще полетит. Вот вы скиллованный, да, вы же знаете. Я в шмоте, кстати, надо кто там на тапках побежал?
А вот еще летит справа. Да ну нахуй. Она к нам летит. Убегаем, бежим. Ёбаный в рот. Не сагри, бля, близко стоишь. Пизда, сейчас смотри. Повезло, блядь. Везение 80 уровня, блядь. Она сейчас вернется, поди, нет? А нет. Выбись. На Личе то же самое, только это, внимательно, там, когда говорят, разбежались, сбежались, там, вот эту всю хуйню, слушайте. Так, это, давай лучше это, блядь, спегнуть рарника, или что, или затанчишь хоть кухмастер. Войт, напомни, там, по миликам, я 100 лет здесь не был на миликах. Тут получается, что, перед либалом духа не стоять. Лича так же бить, там никуда отходить не надо. Чуму выносим, не выносим? Выносим, да. Кукмастер, затанчишь, нет? Где он там? Ладно, танчи, короче. Ты танчишь шаркарей вот тут в квадрате. Рейд стоит, РДД вот тут. Это в ромбике. В кружке. Вот чуму вы носите в квадрат. Милики с лечом в звезде. Центр комнаты в ромбике. Вот. Чек на пул. Ставлю рыбу. Так, только ПСа нету, сейчас он подойдет. Ну да. Так-то да, но там надо было это рейд немножко, чтобы отхилился. Там стаков дохуя было. Даю 50к донат для ги за триню. 50к чего, рублей? Если рублей, то, блядь, к хэлла все вопросы. На ги донат. Не, если голды, ну я хуй знает. Что-то 50к деталика. Это мало, трини по 150. Не, ну, он по ИП получил. Не, у нас такого нету. Мы по ИПГП играем. Если бы мы играли по голде, как-то, ну, называлось бы по-другому. Голдран. Да не, можете не просить, не отдам. Я одно отдал, и то просто без толку. Человек, блядь, 2 недели отыграл, и все, и офнулся. Выбьешь еще, не парься. Еще все будет. Мы тоже играем. Кто без одной шмотки, кто без трех. Охота все бисовое собрать. Все, ПСа подошел, запускаю луча. Кто диспелит с хилов? Хэлла? Да, давай он. Давай. Ну давай. Не забывайте, когда над головой у человека появляется табличка осквернения на мне, это значит, надо бежать до тех пор, сука, пока лужа не разлилась, и вы в беге прям не увидели, что возле этой лужи никакого пидора ни одного нету. И надо бежать оттуда, блядь, метров на 30, нахуй. Иначе, если вы будете стоять, блядь, в 5 метров возле лужи, какой-то пидор туда забежит, лужа вырастет, вы получите дамаг, этот пидор получит дамаг, и весь рейд сдохнет, нахуй. И будет пиздец, хуёво. Мне кажется, мне гайды надо записывать, да? Объяснение пиздец. Просто скромность со вкусом, да? Угу. Две секунды шаркающий. Так, после заражения на ком-то будет чума. Смотрим. Так.
на биг дэмэджи. Вот он вынес диспел. Да и бейся. А, чему не сдиспелили с ДК, да? Я понял. Хорошо. Лаканул. Я понял, блядь. Круто. Топ-контент. Под босса все подбегите под лича. Алло, раз, два, три. Все без исключения подбегите под босса, блядь. Прием. Диспелим чуму. Сдох шестеро, блядь. Синтек если шестеро. Это мой хэпал, блядь. Его надо это самое. Я думал, ложимся. Да какой нахуй ложимся, блядь? Вы что, сука, у вас время бесконечное? На Войда всю эту хуйню пачку напуливаем и под спиной стоим. Все, теперь милики, подъебало, не подходим, милики. Это, ну, только РДД бьют этих, как они называются. Короче, вот эту пидерсию всю. Так, дневного духа мне сюда, блядь, подводите, блядь. Но не подходите сюда, милики, нахуй. Потому что тут чума, и с меня не забудьте здесь под... Сука, син... А, у него КД, нахуй, я понял. Чуму с меня здесь пыльте, вот. Где еще дух? Хуярим, сука, захильтесь. Ну дай на ХП, на сено, блядь. Алло, мы сейчас подохнем, нахуй. Вы что, сука? Играйте сосредоточение как-то, блядь. Стойте на РНЖ, чтобы там дамаг по рейду не приходил. Значит, СС, БР есть у этого. Короче, Равист, забежишь в центр. Сейчас, когда пойдем лича бить. Реснишь шестеро, а синтек реснишь хукмастера. Последний дух третий, фул ДПС по нему. Все, теперь уже можно подбегать, бить, милики, хуярим, зергаем. Когда поведу духа к лечу, перед ебалом духа не бежать. Сейчас сферку убейте, все РДД быстрее сферку убейте. Под ебалом духа не бежать. Ресайте людей. Заражение, захильтесь. Хукмастера ресайте. За спину лича встаем. Ну кто там должен был резать? А, у синтека КД. Вадикон, резай хукмастера. Шелфир еще, блядь, лежит. Блядь, какие вы, сука. Фул ДПС по валькам. Вадикон, резай хукмастера. Схватили меня. А, хорошо, хорошо. Фул ДПС по валькам, быстрее, блядь. Из-под валик ушли. Осквернение 2 секунды. Милики ушли, все ушли. Вот осквернение в черепке, все, пошли. Да ебаный, захильте, ну. Бля, пизда, еще лужа растет. Вы что, долбоебы, блядь, говорю, сука, в луже не стойте. А что вас унесло? Короче, прыгайте с обрыва, нахуй. Ебучий в рот, блядь. Я ебал. Вот тебе цена одной ошибки, блядь. Пизда, ебать его в рот, блядь. Я хуею, нахуй. Пизду, нахуй. Рарник в танках, хукмастер в ДД, блядь. И пускай сам себя диспалит. Проебали хилы, блядь, и вайпнули ебаный рейд, блядь. А кто мне на приста диван дал? Я хуй знает. Перед самой фазой, блядь. Там, ну, если что, бегите, покидайте тело только нормальные люди. Ненормальные останьтесь лежать тут, нахуй, потому что вы еще вальку сейчас сагрите, блядь. Лучше останьтесь тут, нахуй. Сейчас пробегут, блядь, скиллованные челики, блядь. А вот тут кто-то ресает. Давай лока тогда ресаем, если есть тут лок. Вон этот, некро этот, блядь, ресайте. И сунем, блядь, в пизду, а то они сейчас валик нагрят, блядь. Да, загрел уже. Да? Это Макс Файт или как? Все. Я-то в инвизе бегу. Все, этот ресай, Интел, ставь шкаф, ставьте шкаф, хуярим, сунем. Давай в ДД, хукмастер в ДД, почиль в ДД, побегай, попрыгай, рарник в этого, в танка. Я ебал эту хуйню, блядь. Говоришь, объясняешь, похуй. А вы в вальке улетели, что ли? Что-то я не понял там. Да, треугольник. Там его никто не бил практически.
Я еще вам объясню. В другую сторону полетел, конечно. Так, блядь, когда в другую сторону какая-то метка летит, вот две в одну сторону, а одна в другую, все РДД сначала зергайте ту, которая летит в другую сторону, а милики все бьете две метки. Вот и все. Сначала вы зергаете ту, которая одна летит, еще раз напоминаю, все РДД, без исключения. И после этого уже свичитесь на подмогу две, которые летят. Те, которые две летят, вы замедляете, станете, блядь. И вальки это приоритет. Там наши хилы, наши ДД, блядь. Там, ну, блядь. Забывайте про леча, бьете валик. Если вы не будете этого делать, тут нехуй вам делать просто в этом ебаном инсте, блядь. Еще этот подсолнух ебаный, блядь. Ставлю рыбу. Вот все, что, блядь, вам рассказываешь, каждый раз толдычишь языком, бьешь, блядь. Это все написано в ебаной тактике. Прочитайте, блядь. Ознакомьтесь, блядь. Если есть желание играть дальше. А то у меня это пиздец вакханалия, блядь. Топа тут. Запускаем. Так, где там рарник? Вар на хп течет. Ну, сейчас время боя. Там уже кто-то крикнул. Не хочу тратить эту ярость. Пизда, мы с вами, блядь, чалимся тут 3 часа, нахуй, уже. Это все можно сократить на час, на целый. Если не ебланить, у него не заниматься и не вкашить. Чалимся. Я что-то уже даже РС-ку не хочу идти, блядь. Сплфорс зовет, блядь. Сука. Да будет так. Герои, в атаку! Какой-то Брюс Ли там, блядь, что-то, блядь. Пет какой-то. Это, наверное, все из-за того, что я не дал истерию по спириту. Так хуево все было. Сейчас будет лучше. Синтек. Где она? Не знаю. Вот она, на вурдалаке в рейде. Забирай его. А все, уже в рейде, нахуй, на шалфире. Вот смотри, они сейчас будут диспелить. И она просто не будет никогда исчезать. Ее надо вынести в трэш, нахуй. Вот смотри, Intel сейчас. Intel сдох. Что, сука? Вообще никак не вдомек, да? На шалфире, чума. Выносить будем? На Хэла. Это не поможет диспеление это. Вынес? Вот, отлично. Пиздец, блядь. Синтек, Ресса и Интела. Быстрее, пока фаза не началась. Он тут поближе к этому. Вставай, фулбаф по Интелу. Ну, походу, рано сдиспелил. Да, он не добежал, он рано сдиспелил. Рано сдиспелил, хуёво добежал. Все понятно. Дневный дух. Поэтому милики АВЕшьте по трэшу по мелкому, чтобы он в РДД не убегал, потому что челики, когда выносят чуму из РДД и рано диспелит, она остается в мобе, который висит на РДД, блядь. Поэтому надо, чтобы вы АВЕшили получше. Ну кто войско дал, нахуй, это вообще пиздец. Вы что, сука, ДКшники, совсем охуели? Ну, пиздец, ебать, РДД бейте эту хуйню. Ёба. Что вы делаете, блядь? Вы шо, нахуй? Ёбнутые там совсем? Да, что? Я не знал, правда, я не знал. Что да как не знал, блядь, нахуй? Все об этом знают. Потому что я первый раз за ДК играю, я не знал. Все, понятно. Смотрите, это быстрее духа разъебываете.
Тут вроде гриб надо жать. Дайте что со льву пошел, Фир. Да не догонишь. За спину ключу. Быстрее встали. Вас вальки схватили. Сразу на них замедление уже повесили, блять. И фулл ДПС по трем валькам, блять. Через 3 секунды милики разбегаетесь. Все, разбежались из-под лича, ушли. Ушли из центра и из-под валик. Отлично. Снова встаем на полукруг. Теперь РДД уже на железное кольцо, вставайте. Милики, по команде с центра уходите. Рассасываемся на полукруг от портала до глыбы. В сторону звездочки. Будет валька одновременно с этой лужей. Сначала смотрим, где лужа разливается, и потом уже бежим бить валик. Все, побежали валик бить быстрее. Замедление им. По треугольнику больше. Сильнее бейте, но... Все, теперь... Сначала будет осквернение, а потом будем сбегаться в центр. В центре сейчас никто не стоит, ни хилы никто. Сначала разливаем лужу. Вот, либо здесь возле этой лужи, либо там возле портала разлейте. Потом возвращаемся в центр. Вот лужа, все. С нее выбегайте, сука, с нее быстрее. Вот, встаем за спину лича, ровно от роббика в звездочку будете лететь. За спину лича, квадрат вот сюда. У танка вроде не должно хватать, или у танка хватает. Все, вот три вальки хватает, их разбиваем. Ну, да, еще. Все, фулл ДПС по этим трем валькам. РДД вон в треугольник, милики вот эти две, блять. Осквернение 5 секунд. Все, милики из-под валик ушли. Ушли из-под валик быстрее. Осквернение. Смотрим, съебались. Все, валик добиваем. Все, теперь полечу, 4% играем. К краю будем подходить со стороны звезды. На край подходим. Сейчас лич убежит. Незыбки нету у меня. Дашь массакру. Нет. И мастер ауру. Ну, там и наверное даст. Заходите, запрыгивайте быстрее. Ну, захиливайтесь. Захиливайте их. Быстрее на фул поднимаемся. Первый, третий мой. Второй, четвертый твой. Так, вот этот твой. Нарарник один на пол кто-то, знаете. Смотрите, не сорвите агро, нахуй. На меня пулит, блин. Так, вот этого я потанчу. Остальные на пулы оставьте. Сейчас не напуливайте. Дайте на четвертого духа нарарника на пул. Ставь тотем Хэлла на носе на гимноману. Равист по сену, Вадикон по шестеру, по шектору, да, по прожектору этот самый, блядь. Иннер. Хватает челика, Лока захиливаем. Быстрее на фул его. Лок, убить красного духа, избить ему каст. Чем Локи сбивает? Вызывай собаку. Или с койлом. Или койлом, да, лик смерти, только не трать его. Сбить каст красному духу. Бежим за лечом, искренне 2 секунды. Право-лево разошлись. Уже за лечом бежим все одновременно. Вот, искренне разлили. Прячемся за спиной лича. Летят духи. Лок что, убил уже духа, что ли? Нихуя. Быстро. Все, вызов духов, вы уже бежите. Вы уже хилы бежите, РДД бежите, вы уже на бегу бьете. Вот, оскорение 2 секунды. Не разлить оскорение. Все, уже бежим за личом в сторону сюда, где лич идет. Вот, ставили оскорение и бежим. Не забегите в лужу, сука. Так, да, он не зыбку. Там жнец.
И дайте Геру, блядь. Захиливаем челика. Максим Файр, то же самое. Чем маги сбивают антимагией, да? В курсе. Побежали. Тим, осквернение сейчас будет после духа. Вот, от черепка отошли, разбежались. И бежим за лечом. Мне нечем ловить. Ну, это, ну зубы а, тебе, там... зубы тебе дадут. Шоки есть, нормально. Зубы, сейчас крылья, не... нормально. Хукмастер, ну не ты же ловишь, ну. Вот, блять, вот, кто вот это? Этот самый. Вы ближе к лечу вставайте, чтобы в рассыпную так духи не летели. Чтоб танку было ловить проще. Кучкой за лечом. Ну, сейчас, короче, разролю, перекурим 5 минут и врезку. Последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Ебаный в рот, бля. Ебучий этот целка, блядь. А что, надо шема убить? Чтоб... В Гере надо. Нет, чтоб этот полутать. Сундук. В Гере. А я не помню, надо там с шемом быть или нет. Не, вроде в обычке можно, нет? Да, в обычке. А просто в обычке убиваешь его. Я думал, всегда в Гере. Я на... Шкатулка, я имею в виду, там какие-то. Ну я понял, я на прошлом сервере, где играл, а его в Гере убивали. Только. Адма, ты уверен, что тебе за 100% это надо? 300 гп с лича, этот здесь шмотка стоит. Второй кд не полутаю. За 50 хотя бы. За 50 там вон Акиса. Акиса тебе надо? За 10 если только. Чё, чё, за 50 это 150. Чё, вару отдавать или чё? Да, давай вару. Там дырки нету, она плюс-минус примерно. Так, арбалет. Ну, 10% ханта это, конечно, смешно, блядь. Ты же если у меня... ты сейчас начислишь, то у меня ЕП будет. Ты же не связан с этим, с варом со своим? Не, ну не 10%, это 100% идет. Так как там вары еще рулят. Два завоевателя надо кому-то. Так, вот он. Сколько не было, да? Так, сейчас дам ЕП. Что-то в десятки не ходим, забыл как хилить. Но... Войд, а ты мне это... Я тебе на почту кидал. Касать. Кто-кто? Ну, это Шектор, который на Навент. Бля.